Я потом тебе скину. Да, она черная. Но она такая. Она не гритоска, она такая, знаешь, вот как типа, что... Как она сказала, кто она? Я уже не помню, блин. Она такая вот, у нее кожа такая темноватая. Ты, наверное, ее видел. Да, по-русски, да? Говорит она по-русски. Она еще сидит иногда, себе вот глаза такие, знаешь, делает. Там, типа... Ну, короче. Короче, не могу тебе сказать ничего больше. Ты понял, наверное, кто... Ей уже под 40 лет. Я не знаю, около, наверное, около 40-ки ей, да. А этот щегол что там ловит? Ну, там он, типа, защищает ее, что она очень красивая, что пусть не обращает ни на кого внимания. Спасибо. Ну, короче, он ее, этот, он ей как стена. Что он там ловит, именно этот придурок, знаешь? Он пытается, может, кого-то подцепить себе на одну ночь. Кто его знает, что этого мало в голове дурного? Так меня вчера Блонди говорит, пошли в баттл вечером, понял? Я как увидела, я там без остановки, говорю, да нет, ты что гонишь? Я даже не пойду. Топили именно. У меня аж глаза заболели, колокольчик за колокольчиком. Сколько он ей? Минут 10 с двух аккаунтов бросал. Я говорю, у меня уже в глазах аж мерещится. Так ты знаешь вот эту девочку? Гонщик. Я вчера еще с этим сидела бы с ней. Я не могу. Как это нет, если ты сам уже ее описал? У меня спит мала. Если я даже на кухне включу свет, она очень у меня, ну, просыпается. Понял? Мне не варик вообще. Я буду только ребенка ходить укладывать целую ночь. Да она сама там вышла на минут 10, наверное. Кого не приглашала, все отказывались. Потому что там даже не было смысла. На балкон иди. На какой балкон? Зачем мне туда идти, погонщику? У меня на балконе света нету, я что, буду в темнотюге сидеть? Ночью вообще не варик, хотя ночью самое нормальное, знаешь? Мне не варик. Мне, честно говоря, сон ребенка важнее, чем игровой. Ну, я знаю, что ночью хорошо. Ну, что, блин, не сделать?
сказать, не спи, малая, я сейчас посижу, блин. У мамы дела-делишки. Потерпи немножечко до утра, да? Сегодня пятница, попробуй. Я вчера, типа, блонди один батл проиграла, она танцевала в чем? Ну, такое, не тверк. А так, одну секундочку буквально. Не знаю, кончик, я ничего не могу сказать. Уже знаешь, сколько раз пыталась уложить и выйти. Включи с включенным телевизором спать. Она у меня спит в другой комнате. Там нет телевизора. Она вообще, кстати, я что-то заметила, она вообще при свете. У нас аквариум вот это ж горит. Мы его на ночь выключаем, она не спит, короче, при нем. Она поспит минут 20. Вот уснет, когда поспит. И все, и она потом через 20 минут просыпается, и она больше не спит. Но это для ночи, это очень плохо. Надо было погончику ее приучать раньше, а не сейчас. Сейчас она уже все, она уже привыкла, как привыкла. Вибомж, Алан, Малан. Ты что гонишь? Я так не могу. О, падлыч пришел. Ой, Руи, опять ты. В смысле опять я? Вот сижу, жду тебя, падлыч. Позолоти мне ручку. И опять и снова. А какие сигареты? Что тут можно, падло, слить? Три бобика на сигареты? Ты что, гонишь? Заходят одни.